Не задумывались ли вы, какие тайны скрывает ваша квартира или дом, полученный в наследство от бабушки? Там могут таиться совершенно невероятные вещи. Может, стоит простучать стены и расковырять старый пол? Сегодня мы посмотрим на 10 самых невероятных находок в собственных домах. Хосе Антони из Аргентины обнаружил около своей фермы огромный панцирь доисторического броненосца размером с небольшой автомобиль. В панцире обнаружено отверстие, которое, скорее всего, было проделано другим броненосцем во время схватки. Один из жителей египетской деревни, которая находится неподалеку от легендарного плато Гиза, копался у себя во дворе и нашел загадочный тоннель. Это был потайной коридор, ведущий в самую большую и древнюю из трех пирамид Гизы – Великую пирамиду Хеопса. А обитатели столетнего дома в США обнаружили при ремонте под половицами около 4000 археологических находок в виде игровых деталей, шахматных фигурок, рисунков и осколков посуды и украшений на много тысяч долларов. Эту гигантскую монополию обнаружил хозяин дома, когда перестилал пол. Карта игры неплохо сохранилась и занимала всю комнату. Представьте, огромная монополия на всю комнату. Жаль, только фигурок и кубиков таких же огромных не было. Этот комикс нашли в стене и продали на аукционе более чем за 2 миллиона долларов. А все потому, что это первый комикс от DC про Супермена. Его выпустили в 1938 году и продали всего 130 тысяч копий. А сколько старых газет в наших квартирах приклеены под обоями и не счесть. На чердаке дома в Нью-Йорке нашли редкую фигурку Фаберже, которая была сделана по заказу Николая II. Так называемая человеческая фигурка из уральских самоцветов была продана на аукционе за 5,5 миллионов долларов. Неплохая находочка. Ну а еще один богатенький наследник после 10 лет обитания в доме собственного деда нашел целую кухню для слуг. Там даже сохранилась посуда. Комната вроде не маленькая, непонятно, как так в собственном доме ее можно было не найти. Американские индийцы нашли в стенах своего дома гравюры и фрески майя. Как рассказал сам владелец дома, во время очередного ремонта он сдирал штукатурку со стен, а под ней оказались картины. Житель штата Юта нашел в подвале несколько мешков полных денег, которые остались от прежнего владельца дома. Паренек оказался ну очень уж честным и все вернул хозяину. Я уверен, так поступил бы каждый из нас, ведь так? Ставь лайк, если так.